Пострадавших от взрыва газа на улице Минской еще утром доставили в областную клиническую больницу. Сюда привезли 4 человек. Все в состоянии травматического шока. В фойе целая семья ждет, когда прооперируют их родных. 52-летний муж и жена оказались под завалами и выжили. Женщину прооперировали первой. Семья, которую оперируют, они мои родственники по фамилии Алискеровы. Муж с женой они. У них сын выбежал с другой комнаты, а вот муж с женой, они попали вот под это дело. Сейчас оперируют, у них состояние стабильно тяжелое. Женщину оперировали, а мужчину вот сейчас на операции. А это глава семейства, как раз только после операции. Держится бодро. Держитесь. Как дела? А? Как дела-то? Спасибо. Держитесь. Состояние всех четверых крайне тяжелое, но стабильное, рассказал журналистам дежурный врач Владимир Кулыгин. Все в состоянии, дышат сами. Им проводится интенсивная терапия. Прогнозы пока делать рано, состояние больных остается тяжелым. Дело в том, что имело место длительное сдавление конечностей, туловища, поэтому прогнозы пока делать рано. Это тяжелая травма. Всего в этот день врачи областной клинической больницы провели 3 операции. Одному пациенту потребовалась первичная хирургическая обработка. Единственное, чего опасаются медики, то что травмы могут проявить себя позже. Такое возможно после долгого нахождения в сдавленном состоянии. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.